Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный тест. Наконец-то мы узнаем, добавили нам IGG интересного героя или полное говно. Ну, не знаю, будет ли он объективным или нет полностью, потому что все-таки герой не докачан на максималку, но мы его потестируем на русском сервере, потом я еще сделаю тест на английском, то есть мы попробуем посмотреть, что же это за герой такой, которого нам добавили IGG фактически на халяву, которого можно собрать за 11 дней в локации. В общем, такая вот она сборка. Что он делает? Призывает на двух союзных героев самым низким здоровьем щит, который уменьшает получаемый урон на 75 в течение 3 секунд, убирает молчание. Эти герои получают особый навык, который каждую секунду наносит юнитам противника урон дополнительно от атаки в течение 3 секунд. Также увеличивает получаемый юнитами урон на 10% каждый раз, когда они получают урон от особого навыка. Он имеет шанс увеличить на 20-25% на 20% получаемый урон случайного вражеского героя и героя возле него. В общем, вот такой вот у него талантик. Сейчас я попробую ему поменять, вытащить что-то интересное для архидемона, хотя в принципе я думаю, мы сейчас тут найдем что-то интересное. Это не точно. Так, чарки, таланты. Куда я попал? Что это за сервак? Надо ролить. В общем, попробуем его поюзать. Будет ли он наносить больше урона или нет. Сделаем обычный тест нашего стандартного состава. Вот, отлично. Можно даже не качать тут. Без разницы, качать, не качать. Оно все равно дамаг будет тот же. Такс. И можно и раскол поставить. Сейчас посмотрим по героям, что у нас интересного есть. Давайте начнем с тыковки. Тыковка. О, это нормальный, типичный, я бы уже сказал, бездонатный вариант. Так, сюда ставим мы однозначно раскол. Ну, я соберу так как они, в принципе, тащат у меня на английском сервере. Плюс-минус. Так, на тыковку мы поставим. У нас даже супер питомцев, блядь, нет. Супер. Ну, зато будет объективный, честный тест. Так, ставим его. Сейчас я заберу супер пат и посмотрю. Да. А, мы сейчас хотя бы первые вытащим. Крокодильчик, не крокодильчик. Нам надо, в принципе, и крокодильчик, и львица. Так, мудрая львица, мутант. Так, крокодильчик, мутант есть. В принципе, больше нам никто из этих и не нужен. Супер, ребята, можете поздравить, у меня появились супер питомцы. Так, хорошо, ставим сюда львицу мутанта. Ну, в принципе, нам и первого там хватит скилла. Сейчас я зайду, хотя бы гляну. Еще и статы более-менее нормальные. У них не хватает. Ладно, мы хотя бы так их попрокачиваем. Это просто жесть. Я смотрю на это, смешно. Так, хорошо. Собрали тыковку. Тыковка у нас собрана. Дальше у нас идет химка. Восьмой. Химка собрана. Ставим на нее чикабума. Где ты, моя чика? Чикабум есть. Какой у нас там архи хотя бы. Так, урон по зоне отражает
урон. Эффект иммунитета уменьшения энергии. Вот так вот. Отражалка, ребят. То есть надо брать космо однозначно. Урон по зоне. Со стану. Так, окей, поехали. Начнем тогда еще космо искать. Поехали искать космо. Так, ремочка. У меня есть ремка. Ставим ремку. И вот так вот вставить. Вставили. Или поставим все-таки раскол. Ставим раскол. Так, есть. На него мы поставим вот такой вот вариант, который будет дополнительно наносить дамаг. Так, тыква есть, химка. Ну, мало ли. Так. Раскол. Лучше до девятки прокачали. Имка есть. Укротитель. Можно не качать. Это я тестировал, по-моему, когда-то был что-то с этим. С архидемоном, что не стоит качать. Прокачивать. Так, Шиара, чтобы не набирал энергию быстро. Однозначно. Так, раз, два, три, четыре. Ведьмочка у нас будет пятой. Так, замедление, дебаф, ведьма у нас пятая. И стрелок. У нас будет шестым. Так, на стрелка мы поменять. Ставим патч бокса. Так, на ведьме. Попробуем такой вариант. Потом уберем, я думаю, посмотрим либо химку, либо кого-то другого. Так, есть. В принципе, состав более-менее нормальный. Самое главное, не налететь на отражалку. Так, стрелок эти все собраны. Будем стартовать, пробовать стыковки, чтобы получить разгон. Поехали. Поехали, ребятушки. Блин, надо было космо вторым вытащить, ну ладно. Нуба-тест. Давненько я уже на архидемона не бегал. Особенно на русском сервере. Так, а кого же мы уберем? Наверное, уберем, попробуем. Уберем, в принципе, химку. То есть попробуем убрать химеру, чтобы посмотреть, равносильно или нет. Я надеюсь, заход будет у нас удачным. Ну, это рандомный, кстати, он один раз включится и все, вы нафиг сольетесь. Или укротителя убрать, но укротитель не лучше химку убрать. Берем химку, попробуем. Так, смотрим, потому что мы можем слиться, смотрим время хотя бы и архидемона, то есть плюс-минус. Вот начался урон по зоне. Ну, вроде выдержали. У
но от хил у нас ни хрена нет. То есть если он еще один раз включится, то это все, это слив. Однозначно. Так, итого третий у нас за минуту 10 до окончания появился. Ну, в принципе, может больше могли. Сейчас проверим. Один раз он у нас все-таки включился. Ну, вы должны понимать, то есть здесь не максималки, это так, чисто субъективный тест, потому что, ну, это рандомчик. Тут плюс-минус 100, 200, 500 миллионов может быть. То есть разница все-таки есть. Но, по крайней мере, они держатся. Сейчас попробуем без химки, что у нас получится. Интересно, дойдем до 5? Должны дойти. Ровно 5.0. Вот так вот, ребятушки. Так, я надеюсь, вы смотрели цифры на повторе, на каком этом... Куда что зашло, сколько там, интересно, понабивали на максималках на русском сервере. 5, 1, 2, 5, 3. Ну, так мы с вами еще, смотрите, мы с вами еще нормально справились. Влезли. Нормас. Так, теперь давайте убираем схемки все. Чикабума и ставим накладного призрака. Он у нас, конечно, не прокачанный, но интересно будет. Где там чекабу? Я уже потерял. Ставим сюда тоже. Либо пиромага, либо ассасина. И тестируем. Я надеюсь, заход будет удачным. Потому что тут можно улететь сразу же моментально. Да дайте, блин, хоть кого-то. Это просто жесть, посмотрите. Когда не надо, эти пиромаги просто сыпят. Так, отлично. Есть. Ну что, поехали. Поехали. Создать команду, блин. Может быть... тема, кого мы уберем. Вот красный, в принципе, то есть у нас смотр остается, значит, делаем вот так вот. Так, ну поехали, посмотрим, испытывать будем сейчас удачу, как оно все зайдет. А вы смотрите за таймингами, будет видно. Главное, чтобы он не включился, нафиг нас не снес. Сотки прямо шух вылетают. Я потом пересмотрю, за сколько мы первого убили и остальных. Нифига себе, 2.22. Да ладно. Они хотят сказать, что мы сейчас прям складным будем тащить. Намного круче, нежели с этими всеми.
Серьезная. Это серьезная заявка на победу. 2-22 первый. Там третья у нас, по-моему, минута 0-9 была, если я не ошибаюсь. Ихаша, включился он. Космод, где ты? Блять. Как обычно. Ну, короче. Минута там 50. Я посмотрю потом на повторе. 2-22. То есть такой вот старт у нас был. Ну, хотя бы по первому посмотрим. 2-22 у нас оставалось. И по второму я уже посмотрю по записи. К сожалению, у меня, наверное, здесь карт нету. Да. Но, блин, не знаю, мне кажется, что он неплохой. В общем, пишите комменты, кто посмотрит тайминги тоже. Всем удачи, всем пока.